еще перед выступлением было интервью, а время уже почти 4, мы еще не переодеты, и такой кипиш начинается. Мы забегаем в эту гримерку, все нам помогают, развязывают шнурки на кроссовках. Мы бежим, несем вторые наши образы вон туда, за кулисы. Сейчас повторяем программу, текст, синхроны, потому что очень быстро все надо было приготовить. Очень, да, очень. Но ничего, мы сможем, мы все сделаем. Вашей поддержкой. Почему так странно? Всегда так быстро время летит. Вот идите, пойдем. Я пошли, у вас еще. Да. Меня запутала твоими шутками, всякими мыслями сладкими. Меня окутала добрыми утрами, самыми чистыми счастьями. Меня запутала ежеминутными новыми письмами, крыльями. Я не смогу терпеть и позову тебя с новыми крыльями. Ребята, ну что, у нас закончился первый концерт на 4 часа, был полный солдат, очень много людей, Киев прокачал, мы устали, потому что ровно через 40 минут у нас начинается второй концерт, а мы еще не успели выдохнуть после первого, давали очень много интервью, фоткались со всеми, толком с родителями даже не успели увидеться, но я думаю, увидимся с ними дома. В общем, только что прошел первый концерт, мы устали, мы не знаем, как мы будем работать уже второй, потому что сил нету, но мы надеемся, что появится второе дыхание, и будет еще круче, еще ярче. Короче, ребята, вот смотрите, как... Киев, громче! Ну, это уже заболевший человек, его не излечить, ребят. Капец, извините! Добро пожаловать на концерт. Очень знакомыми и тонкими смыслами привкусом.